Здравствуйте, меня зовут Семенов Виктор Валерьевич, я являюсь представителем компании НПО «Экосистема». Мы занимаемся разработкой и внедрением очистных сооружений для промышленных предприятий. Сегодня хотим представить наш новый объект «Валдай Пробио», созданный для компании «Лента» в городе Подольске. К нам обратилась компания ПНК Групп с запросом на очистные сооружения. Мы разработали оптимальное технологическое компоновочное решение. Разместили биоблок в подземном резервуаре, на его перекрытии установили здание с оборудованием. Оборудование изготовили у себя на производстве, выполнили его монтаж и наладку на объекте, обучили персонал заказчика. Для демонстрации эффективности нашей станции предлагаю рассмотреть две пробы воды, исходной и очищенной. Наша станция позволяет достичь требуемых нормативов для сброса в ливневой коллектор. Наш комплекс «Валдай Пробио» реализует методы механической, физико-химической, биологической очистки воды, до очистки на напорных фильтрах, ультрафиолетового обеззараживания и обезвоживания осадка. В комплексе для механической очистки установлена барабанная сито с прозором 1 мм для исключения попадания крупного мусора в усреднитель. Далее стоки поступают в усреднитель, где производится их перемешивание, усреднение, и усредненные стоки подаются на реагентную обработку. На данной стадии очистки мы производим удаление основной части органических загрязнений, взвешенных веществ. Вводим растворы щелочи, коагулянта, флокулянта. Сформированная взвесь поступает в флотатор, где производится их отделение от воды. Осветленная вода уходит на следующую стадию биологической очистки. Флотопена поступает на узел обезвоживания. Для удаления растворенных органических загрязнений биологическая очистка осуществляется в железобетонном подземном резервуаре. Здесь реализованы процессы нитриденитрификации, вторичного отстаивания, биологической доочистки и аэробной стабилизации осадка. После биологической очистки стоки поступают на блок механической фильтрации. Здесь производится отделение мелкодисперсной взвеси. На финишной стадии очистки сточные воды проходят ультрафиолетовое обеззараживание и после этого по достаточным напорам поступают в сеть. Флотопена и стабилизированный активный ил обезвоживаются на шнековом дегидраторе, оснащенном камерой флокуляции. Комплекс «Валдай Пробио» полностью автоматизирован. Все управление процессом ведется с центрального шкафа. Комплекс очистки оснащен всеми необходимыми инженерными системами – отоплением, рабочим аварийным освещением, приточно-вытяжной вентиляцией, пожарной охранной сигнализацией. Мы предоставляем гарантию на наш комплекс от 24 до 60 месяцев. Если вы хотите подобные сооружения на вашем заводе, оставляйте заявку на нашем сайте. Мы подготовим вам технико-коммерческое предложение, разработаем, изготовим и доставим на ваш объект оборудование. Истоки вашего завода всегда будут чистыми.